Посмотрю. Угу, все идет отлично. Тогда я продолжу, короче, свое говнище. Не знаю, пройду, короче, не пройду. И не сильно важно, но постараемся. Так, сейчас. Нормально, отлично. Надеюсь, все его не похерились, отлично. Так. Отлично, зачем я пришел на этот уровень? Я же его прошел. Вот так. Клапер. Так, главное тут вообще сейвиться. Да, я не сейв вообще жил. И вообще это все не уровень. Довольно такие идиотские. Надо монетки подбирать. Иначе я не смогу засейвиться по бабке. Мне вообще надо как-нибудь тут поосторожнее. Качки ходят накачанные. Так, отлично. Одно. Так, они еще остались там. Ага. Ёпта. Эдик. Эдик, сюда, Эдик. Стой, Эдик. О. Лучше это. Игра громко. О, я в бонус попал. Так, слушайте музыку. Не, я могу сделать потише, кому там громко. А, вот. Затолкали. Окей, сейчас я сделаю игрушку потише. Секундочку. Блять, я не вижу мышки. Вот, отлично, сейчас сделаю потише. Так, нормально? Черт, я лишился Эдика. Отлично. Блять, где его? Сука, утонул. Качок сдох. Так, отлично. Давай, качок. Нет. Богина. Тупая обезьяна. Блин, я бы мог взять жизнь. Дребезг, не знаю, может быть, и одного. Все-таки надо было взять букву. Блять. Так. Да, это SNES. Супер Нинтендо. Thank you.
принципе, вроде бы как бы можно и не спешить. А вроде бы и спешить надо, потому что... Забавно это слушать, спасибо. Пожалуйста. Блядь. Вот. Отлично. Так. Есть. Смогу засейваться. Па-п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 а. Обезьяний рейв. Так, у меня есть две монетки, поэтому... Бабка, сейвай меня. Блять, за монетки сейвать. Ну как вообще такое возможно? Родственники сейвать. Ну типа пришел, короче, к родственникам попить чай, да? А они тебе типа, ну сначала типа две монетки заплати там сатен. И мы тебя сможем напоить. Так, вот это, по-моему... Долго... Ну вот сегодня начал днем. Сейчас вот продолжаю. Надеюсь, пройду, а может не пройду. Потому что игра такая. Так, бананы мне, в принципе, не нужны. Блядь, так знал. Ладно, в принципе, если что, тут... Сейвики есть, поэтому... Не сейвики, а бабки я засейвался, поэтому... Кстати, может там что-то есть у них? Ага. Блять, он жизни моей... Сука, он моей жизни выбивает. Как вообще... Обидно, я с нулями жизней, короче, попёрся. Я чувствую... Ты тоже моей жизни будешь выбивать? Ну пойдем в бонус, что ли, сходим. Лучше бы, конечно, там был не бонус. Опять собрать, да, монетки. Или просто залезть наверх, что ли? Окей. 12, 12, 11, 10. Ага, конечно. Ну ладно. Попробуем, по крайней мере, дойти до куда так смогу. А, ага, понятно. Понятно, не смогу. Если бы, конечно, затащить бы на этот уровень на No Death. Но я думаю, что это будет слишком... А, вот, может, типа, вниз пойти, а. Кстати, ты чё здесь летаешь? Не просто так. Просто так, окей. Здесь по-любому. Две монетки, значит, я смогу засейвать. Бляха. Ну, мне бы хотя бы на жизнь набомбить.
что, не будут подниматься-то? Ага. Отлично. Иди нафиг, ты дурак. Не вделался от страха. Дайте мне бочку. О, я пошел этот уровень. О, литл. Да. Управление здесь реально немножечко унылое. Так, идем опять сейваться к бабке за монетки. Засейвай меня, пожалуйста. Будь так любезна. За деньги. Прикиньте, за две золотые монеты. То есть я ходил где-то, рисковал своей жизнью. И потом прийти, чтобы вот просто так вот отдать свои монеты. По-моему, сейчас будет самый... омерзительный уровень. Нет. Начинается, короче, череда самых омерзительных уровней. Нет. Ну все, тут, в принципе, фейл уже, да. Я умер. Нет, это змея, да, тут превращается. О, Брикман вернулся, клево. Отлично. Так, ноль жизни. В принципе-то, я думаю, наверное, все-таки целесообразно будет сдохнуть, потому что с нулем жизней. Просто не. Так, ну вот, собственно, первый гейм-овер. Я думаю, его бы не было, если бы я изначально бы шел. А так как при выключенной приставке эмули, когда запускаешь сейва, то у тебя по стандарту дается 3 жизни. Там, или 5, по-моему, 5 жизней все-таки не буду как бы брать. Ладно. Так, здесь вот надо побыстрее все-таки это все делать. Потому что можно и... Бляха, это было, конечно, немножко глупо. Но, блин, из-за того, что вода поднимается, это довольно-таки... Да и змея сама по себе очень такой персонаж. Говенный, поэтому... Ну ладно. Что поделать? Пойдем. Yeah.
Да, Джо. Так, пожалуйста. Давай. Есть, попугай, отлично. Мне бы все-таки бы середину уровня. Ух ты. Ой, извини, блин. Спешу, спешу, спешу. Есть. Спешу, просто спешу. Господи, аминь. Ох, я сейчас. Пожалуйста, блядь, я сейчас от страха обосрусь, наверное. Не, ну я все понимаю. Но немножко. Быстрей, быстрей, пожалуйста. Ай! Мне не хватает одной монетки, чтобы, блин, чтобы засейваться. Так, там босс, да? Значит, что мне сделать? Я сейчас пойду. Мне не хватает одной монетки, да? Я, короче, пойду, наверное, на какой-нибудь уровень. Лапе. Нет. И попробую найти монетку. Будет засейваться. Так, у меня две жизни, да? Сейчас я монетку найду. И все, в принципе, не хватает одной монетки для. Для сейва, потому что если я умру. Блин, а было все-таки, наверное, сначала наверх сплавать вот туда вот. Ну ладно. Мне нужна одна монетка. Так, отлично, с мартышкой. Попроще. Thank you.
нет, я не пойду. Пойти. Какой вот еще есть Винди Вэлл, да? Я сейчас по каждому уровню так попутешествую, в итоге ничего не насобираю и короче. Блять. Может. Бонус. Ничего нету. А, есть, отлично, все. Можно вздыхать. Все, идем сейваться. И к боссу. Давай сейвай меня, пожалуйста, пенсия. Так, у меня получается что? По жизням у меня там тоже какая-то беда, да? Ну и мы поднимаемся. К боссу. Где видим Донки Конга. Монетка. Но. Но Данки забирает, и поэтому мы отправляемся на летающий корабль капитана Крула. Вот это я терпеть не могу. А нет, это еще обычный уровень, это хорошо. Там просто будет... Так, мне нужна монетка. Ну да, я ее взял. Так. Вопрос в том, как мне здесь пройти. Ноль жизней опять, а? Вот как вот? Иди ты к черту. А, да, я вспомнил. Это последний. Ну ладно. Ты возьмешь конфу кого-нибудь? Джо. Ты хочешь? Я только просто сейчас в чате посмотрел. Скипнуть, конечно, нельзя. Не, не могу. Ну ладно, в принципе, я думаю, что здесь не так уж долго. Сейчас, в принципе, тут она еще пару уровней осталось, но именно такой вот уровень с челленджем. А вот как все можно было сделать. Отлично. Отлично. Я хотел всего лишь взять монетка. А, да? Ну, видимо, я просто это в игре там это. Вот. Почему он? Да что ты не можешь прыгнуть, ты нормально, мартышка, господи. Почему как? Отлично. Ну
вот почему опять? То есть мне хотят просто сказать, что я застрял походу на этом уровне. Поспешил и людей насмешил. Давай кому. Давайте спускайтесь, пацаны. Черт побери, монетка мне нужна. Лес. Отлично. Что? А как мне это походить? Ясно. О! Я ненавижу это. Ну вот и вот этот вот момент я не очень люблю, потому что... прошел последняя жизнь. Блять, из этого я просрал все жизни, мне нужно будет опять начинать этот уровень. Давай быстрее, да я не хочу гейм-овер видеть. Я хочу, блять, скипнуть это все. Я хочу... Давай. Почему вот, к примеру, сразу вот не сделать там сейф? Сейчас опять нужно будет ждать, пока это все... Почему нельзя скипнуть? Давай. Я знаю, сейчас прилетит вертолет, самолет или что-то там, все подобное. И, короче, как убежит, залезет. Давай. Ладно. Если поаккуратнее пройти и не слить жизни, то в принципе я почти его уделал.
Так, не спеши, не спеши, не спеши. Пам-пам. Главное, не спеши. Не спеши. Так, отлично. Так, до сейва мы дошли до чекпоинта. Опять поспешил. Ну, в принципе, блин, он лишь недалеко от меня был, довольно-таки. Двумя жизнями. Вот опять. Шипы, 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 шипы. Боюсь, в эту игру. Вот, кстати, согласен вообще с тобой полностью, Серега. Тут мало того, что нужно успеть все собрать. Так, три жизни. Реально из этого собирательного. Я не могу нормально, блядь, пройти из-за этого, нахуй, карманного, блядь, спидрана. Я в прошлый раз насрался, блядь, с этим, блядь, ебаного уровня. Только ненавижу попугаев.
Так, у меня не хватает монет. Угу. А одна монетка стоит сохранение, отлично. Короче, что я могу сказать? Что в конфе чернокрыл, я один. Я могу сказать, что остался последний босс. И сейчас я его нагну. И дарила. Он мне стоил ноги. Педрила мне стоил. Лови. Поймал? Поймал. Давай. Опа. Опа. Лови. Поймал? Давай. Что-то еще предложишь? О. Это было занимательно. Давай, давай. Еще раз прокатишься? Ну на. Чё? Ой, упал, бедненький, извини. Лови, чмо. О, давай, еще покатаюсь, ну давай. Ух ты, это было, да. Лови. Здесь лучше, конечно, было бы Диди. Так. Ну вот и все. Игра пройдена. За 40 минут, в принципе, вторая фаза заняла. Бах, ну вот он, в принципе, капитан. Перу спустился. Сделал то, что, в принципе, изначально должны были с ним еще в первой части сделать. Ну вот, собственно, сейчас нам пенсионер типа говорит, что о, типа вы вообще там молодцы, там красавцы. Но самая жопа этой игры будет заключаться в следующем. Ну, типа, все типа отлично, там, типа, вы молодцы, капитан Кэро больше вас не поприветствует, не потревожит. Вот. Но самая жопа в том, что говорит, а хотите посмотреть, на каком вы месте находитесь в игре?
А оказывается, что в игре мы находимся... Выговорит. Собственно, находимся мы даже не в тройке лучшей. На третьем месте находится Линк, на втором Йоши и на первом, как ни странно, Марио. Вот, и для того, чтобы быть на первом месте, нужно собрать 40 монет ДК. А это 102% секрета, у меня 4 монеты. Вот. Вот поэтому эта игра является говнищем, потому что в нем есть бестендинг, который нахрен вообще никому не нужен. Те, кто хотят увидеть бестендинг, на Ютубе могут поискать Проху. Мне же она... Ну, не сдавайся, потому что задротствовать в каждом уровне, искать по два секрета и ДК монет, по два бонуса и ДК монетку, это как-то... Мы в свое время, когда у меня стеска была, я, по-моему, 107, что ли, там, или как-то так вот. Ну, в общем, не хватало буквально там 2 или 3 монетки, чтобы полностью. А так, в принципе, игра... Графика, да, красивая, музыка шикарная, но вот управление в ней говнище и бестендинг. А суть бестендинг там ради одной картинки, это тоже как бы я не думаю, что это стоило того. Но в детстве, имея всего буквально 3 карика от SNES-а, ты хочешь не хочешь, а будешь задрачивать и играть в нее. Поэтому, не знаю, там из 10-бальной шкалы там можно 7 баллов поставить. Поэтому, не знаю, может быть, я даже, в принципе, всей трилогии вторая часть именно является у меня любимой. В принципе, наверное, тут больше как бы из ностальгических чувств, потому что она у меня была. Первая как-то она смотрится немножко, ну, не так, как-то немного корявая. Третья часть, она, ну, вообще как-то не котируется. Вот именно вот из трилогии вторая часть, наверное, самая такая вот интересная, она такая динамичная. И, в принципе, что-то я не думал, что она так вообще такая быстрая. То есть не думал, что я так быстро. Конечно, были там фейлы и, наверное, там, особенно вот на вагонетках. Вот, на первой вагонетке, особенно на второй вагонетке. Ну и, соответственно, вот погони с вороном. То есть, как бы вот самое такое вымораживающее. А так чисто вот платформенные уровни... Так красиво побегать, так отдохнуть можно. В принципе, почему бы и нет. Ну и, в принципе, если бы сейчас, наверное, где-нибудь на Авито продавался бы карик для SNES-а, я бы купил бы рублей там даже за пятихатку, там, за 1000 там, в принципе. Думаю, что поиграть, потому что на оригинальной консоли по-певчански с кем-нибудь, я думаю, было бы весело. Вот. Поздравляю, спасибо. Да, в принципе, не за что. Мне этот реквест, в принципе, даже и понравился, потому что, по сути, мне нравится эта игра. Хорошая, отличная, динамическая, но опять же говорю, дёгтя хватает в этой игре про тупую обезьяну. Третья часть, не знаю, как-то много лишнего, наверное, понапихали, поэтому... Суммировать, ну, дневной стрим у меня часа 2, и здесь вот сейчас получается 45 минут, то есть, по сути, в принципе, около 3 часов. Сейчас с этими, наверное, со всеми роликами. Ну, в принципе, да, слушай, я тоже, я не ожидал, что я так быстро. В принципе, я думаю, если я сейчас еще раз по второму кругу начну, то, в принципе, думаю, без фейлов, то там часа, ну, вообще, наверное, в принципе, без фейлов часа, наверное, за полтора, наверное, игру можно спидранить. Боссы пошли. Кливер, Кудбил. Да, кстати, вот у меня вопрос, еще что-нибудь будет, потому что, честно, я не ожидал. Я думал, сейчас у меня стрим где-то еще, ну, часа, наверное, на 2, наверное, будет. А тут, в принципе, я его меньше, чем за час прошел. Ду-ду-ду-ду. Рэмби. Энгвард.
чет для Dendy версии. А, кстати, там же еще была, если я не ошибаюсь, для версия для Сеги. Не, для Dendy версии она там вообще упоротая. Так, давай на Dendy. А там же, по-моему, вообще не ошибаюсь, только 4 уровня. То есть корабль и все. Не, в принципе, попробовать можно. Но им далеко до Конг клан. О, бизнесмен с Фанки. О, Фанки. Он, кстати, в этом Smash Brothers. Ой, не Smash, а Mario Kart на Wii есть. Да-да-да, это хорошо. Там, да-да-да, эту запись я остановлю, если что-то еще будет. Так, на Dendy был хак с кучей уровней. Ну, я помню только 3. 4 уровня помню. Вот на корабле где-то начинаешь. Там еще, по-моему, 4 уровень за змейку. Я помню, мы прошли ее в детстве, но это так вообще казалось. Запоргущей такой игрой. Так, ну сейчас этим титры отсмотрим. Чтобы уж до конца. Много уровней джунглей начинаешь. А, это на Dendy? Не, Battle Toads на SNES я точно не буду. Это говнище. На Dendy? Что-то я, слушай, Влад, нет, не знаю вот такую. Надо, кстати, попробовать. А, по первому? Ну я чувствую, там говнище было. Да блин. Зря про жаб. Да я терпеть не могу на снесовских жаб. Самый лучший это несовский и все. Даже на Сеге говнище. Да, у меня в детстве была только это Конга был. Маугли. Мега. Я помню, есть это хак на этом. На Dendy. Что это, книга джунглей, там этим королем львом бегаешь. Такая вообще тут. Спрайт чисто переделан и все. Кривь сплошная. Вот, кстати, я в свое время очень хотел поиграть на Сеге в Данки Конга. И, кстати, так даже и ни разу и не попробовал. Я чувствую на Dendy и на... А как она называется-то хотя бы? Какой-нибудь Супер Данки Конг? О, Михалыч. Да, это Михалыч, я чисто только на локалку и записываю. Сам же научил. В ОБСе, когда заканчиваешь стрим, нажми остановить запись. Так, на Dendy на нас нет, это порт Кореалы, Donkey Kong 4. Так. Ну, собственно, вот и все. Так, сейчас я запись остановлю. Так, остановить запись. Так, все, запись остановил. Не, Nintendo эти все у меня не это настраивать надо. Я PlayStation не могу настроить, чтобы у меня работал эмулятор. Просто в планах есть постримить. Так, сейчас я зайду на Emuland и погляжу, какой там есть на NES Donkey Kong. Так, портативки, консольки. Так, сейчас я включу хотя бы это, так, аудио, на заднем фоне, чтобы пока
Так. Нес. Так, Рома. Так, Данки Конг, да? Данки Конг, Данки Конг. Так, Данки Конг, ну вот это обычная эти... А вот, Данки Конг Кантри 4. Блять. Мне, короче, стрёмно, но я хорошо, я попробую сейчас. Так, 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 где она, вот Данки Конг? Так, сейчас попробуем. Па-па-па-па-па, так, Нестопия. Так, ладно, сейчас я сейчас запущу Данки Конг. Так, сейчас я тогда на секундочку остановлю стрим и опять запущу. Опять здесь. Данки Конг 4, Jungle Book 2, блин, что-то мне уже не нравится это название. Там еще и пасфорт есть. О. А он вообще прыгает. О, мне по ним. А, он бегает, так прыгает. Господи. О чем? Офигеть. Музыка тут, конечно, это тут. Ну, в принципе, все как и на этом. Первая часть на SNES-е, это, конечно, хуже. Наверное, и бонусов нету никаких. О, деньги. Ну да. Кто? А где этот пик? Это ужасно. Давление тут. Он сам вообще плывет. Какой-то шум непонятный. Рыбы. Нафига эта буква нужна? Ох, акула. Нет, акула. Не трожь меня, пожалуйста. Блять. Да вы... Да вы определитесь, куда вообще плывете. Музыка вообще ужасная. Дайте следующий уровень. Офигеть. Это ж последнего уровня, по-моему. Thank you.
Блин, музыка вот в оригинале это, конечно, клевая. А здесь... Ну, для Дэнди, в принципе, это чё бы нет-то. Унылость такая. Я есть демон. А помните 2007? Помните, помните? Ну, примерно оттуда эта музыка. Вообще идти чисто вот пошагово идти, потому что, блядь, не знаешь, что тебя впереди будет ждать. Не, ну понятно, что... Господи, какие пчелы ужасные. Тут просто невозможно идти вот очень быстро. Если, блядь, на SNES можно, то... Тут... Похерено. Ну да, для пиратки, в принципе. О, босс. Ёп. Вот это да! У меня уже 28 жизней, да, мой. Как прыгать-то вообще? А, я на турбо нажал. А, всё. Ну все, хватит руки поднимать, давай следующий уровень. Придурок. Почему я те кнопки перепутал? Тут вообще нельзя быстро идти. Потому что вот такая вот пизда тебя ждет впереди. Хочешь ты того или нет? Это, по-моему, вообще с этого последнего уровня. Все похерено. Ну не все. Ну после SNES вот именно сейчас это. Говно надо задрачивать, чтобы пойти. Ну почему я путаю кнопки-то? Она, интересно, полноценная идет или обрезанная? То есть по вставкам уже понятно, что много чего обрезали, а вот именно интересно по уровням. И я смотрю, здесь нету этого. Чекпоинтов.
Ну, в середине уровня, то есть. Если умрешь, то походу начнешь сначала. Вот, видишь, я сказал. То есть, если умираешь, то приходится начинать уровень сначала. Игра богата, поэтому особо тут. Ну, музыку, по крайней мере, попытались сделать такой, как на SNES. Это хорошо. По крайней мере, знакомые мотивы встречаются в игре. Для управления, да. Тут что неудобно, экран нахреново скроллится. То есть ты не сможешь бежать как в контре. То есть идешь как в этом Бугермене. То есть идешь шажками. Ну ёб твою мать, да почему опять с самого начала-то начинать уровня-то? Меня уже бесит эта игра. Для Дэнди так, блять, покатит. И когда много игроков этих раза на экране, очень неудобно тормозит игра. Да, сейчас опять она заглючит. Опять эта территория она будет. Ну вот. Короче, блин, не знаю. Забавно, конечно, как-то. Но вот если бы знакомство пришло на тот момент, когда была она, я думаю, поиграть. Можно было бы. А вот сейчас вот. Ба-бам-ба-ба-ба-бам. Дайте мне этого обезьяну. Да, езди на корабле начинаешь, вот она мне в детстве попадалась на Дэнди. Я что-то не знал, что есть такая игра, как Donkey Kong. Ай, еще она сейчас сдохну опять там уже. Оригинальный называется золотую гориллу. Я не знаю таких.
Ну, в общем, это что, не хочется мне в такое уж. Лак играть. Ну вот опять умер на этом же месте, потому что эти ссаные... Там уже из них дофига, еще даже за двадцатку. Ба-ба-ба. Ладно, а, пройти. О, прошел. Бум-бум-бум. Я уже к музыке начинаю привыкать. Бум-бум-бум-бум. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду. Ну вот я умер опять. А, так почему я не умираю? Потому что мне... Хоть тут осталось-то пройти. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-т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 у. Это напоминает мне первый уровень. Па-па-па-па-па. Как ужасно бочки, пацаны, вы не представляете. Пошел нахуй. Вот этих я терпеть не мог. Да, и прыжки тоже я не очень. Я даже не допрыгнул. Почему он не допрыгивает до бочки? Вот обидно, что вот приходится вот так вот идти. Отлично. Па-п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 а. Я сейчас так все жизни солью. А чё она играет до гейм-овера? Па-па-па-па-па-па. Тут какие-то тонкости прыжка должны быть. Ай, а где конец уровня, пацаны? И чё, куда мне? Не, ну это ужасно.
Я тоже так умею прыгать. Дайте мне конец уровня, пожалуйста. Всё. Эту игру на NES, китайский Donkey Kong, а я не знаю такой. Какая музыка ужасная. Ёп. Так вот, можно всю игру так... Отлично, мы умерли вдвоем. То есть мне даже не дали поиграть возможность за данки, потому что мы упали, упали вдвоем. И вот опять же это разбилось, а поиграть мне не дали. Это как Mortal Kombat, да, пиратский. Короче, я не знаю, если... Не, ну, в принципе, что, играбельно довольно-таки. Вот музыка здесь вообще у вас ужасная. Сдохни. Ну почему ты не прыгнул нормально-то, блядь? Что за управление-то? Кстати, еще тогда до буквы О дошел. Опа. Музыка, конечно, здесь. Не, музыка это дикость вообще здесь. Ну вот этот, по крайней мере, не знаю, как еще там другие еще ничего. Но вот это вообще просто дикое. Ну почему ты не можешь, блядь, упасть с банки-то, когда я банка-то разбивается? Я тоже так прыгать умею. Ну, блядь, ты... А, я выжил. Ну вот, это было вообще сейчас несправедливо. Блядь.
Отлично, да. Я даже не дотронулся до нее, но я умер. Этот Donkey Kong, этот у нас классический, наверное, какой-нибудь. Вот опять я вот ведь на них и тех же эти ошибки завершаю. Он еще так скользит неприятно. Сейчас конец уровня, я по-любому где-нибудь нет. Пошел. Ну и... Ого, все одно и то же как-то. Не, да не в принципе так вообще. Ужасно.
Ладно, короче, я не хочу больше в это играть. Там еще была... Да, там еще была версия для... Для Сеги. Сейчас глянем. Так. NES. Sega Mega Drive. Ромы. Но. Donkey Kong. Посмотрим на Сеги. Ну, на этом думаю. Так. Donkey Kong. Disney Aladdin. Double Crush. Double Dragon. Double. А что-то нету Donkey Kong, я не вижу. Может как-нибудь Super Donkey Kong. Так. Наверное, Super Donkey Kong все-таки. Это ж как надо было. Все говорили, а, хотя это пиратский, так. О, пошли всякие. Science был. Так, сейчас. Сейчас я. Найду. Ух ты. Паники. Sonic Jam 6, да. Waterhouse. Тоже не люблю эту игру. Squirrel King. Да, надо было сразу на последней страничке идти. Супер, супер. Батл. Вот, Super Donkey Kong. Нашел. Супер Донки Конг 99. Так, Sega. Так, КМД. Я уже скачал комикс. Вижен. Ох, экран-то большой такой. Так, файл load genesis. Сейчас настроим. Так. То есть ничего нету, да? Сразу мы пошли. Бег, прыжок. Что такое большое? Ага. И на первом же умер. Даже не берет это. А вот. А, забавно, короче, на А надо держать, а на С он даже не прыгает. Это ужасно.
Все замедленно, это даже хуже, чем на Денди. Бочек-то сколько много. Как-то очень все. Очень. Ёп, как все медленно. Ха. И замедленный прыжок. Офигенно. Да. А чё, Диди нету здесь? Я сейчас хоть уровень-то пройду. А как он меня убил-то? Под бессмертие, да, не умру. Не сдохнешь, типа. Вообще, ну нахуй этих. О, как в замедленном действии. Что? Мерзко. Завалил видео. Ой, извините, я что-то за это засмотрелся и. Ай, блин, да я только сейчас это. Включил, только понял, что. Вроде все. Короче, я один уровень прошел уже. В общем, игра даже хуже, чем на Денди. Тут даже нету Данки Конга, этого Диди нету. То есть, по сути. То есть он даже не прыгает с бочкой. Нахер такой нужен. Кривая игра. Но зато на жизнь. Бананов. Пруд пруди. Музыка просто ужасная, даже не с. Короче, пираты даже не постарались ничего. Он вверх-то хоть кидает, не кидает. Говно. Не буду жизни брать. Пацаны, прыгать любим. Бананов там. Жизни раскиданы.
Вообще, порт даже нормально, он запускаться не хочет на серж, это... Хорошо, что я все-таки не поиграл в свое время на Сеге, не было такой возможности купить это говнище. А, то есть вот так вот. А. Я не знаю, как вы, но играть в это нельзя. Музыка вообще однообразная. На Денди хоть пытались как бы скопировать со SNES-а. Тут же вообще какая-то блюотня играет. О, так на Сегу. Вообще халтура чистой воды. Банан даже не подбирается. Хотите сказать, что я... Блядь. Мне вообще опасно тут. Откуда столько бананов-то? Я боюсь на этих прыгать. Мало ли чего будет. Да. Босса с третьего уровня запихали. Он даже не нагибается, не приседает. Долго мне его так. музыка жесть просто. Музыка это вообще ужасно здесь. Это хуже, чем на Денди. О. Я следующий уровень без карты, без всего. Это вообще с третьего уровня, по-моему. А, вот как. Прыгай. Хайяп. Нельзя. Чё такая игра щедрая? Вообще седра на жизни, тут ну, захочешь умереть, не умрешь.
И куда? Я не буду жизни брать, я хочу умереть в этой игре, просто хочу умереть. А игра не дает тебе даже такого возможности умереть. Потому что бананы, петиши здесь. Короче, в этой игре все просрано. Все, что можно было, короче, все просрали. И я хочу умереть, а мне жизнь не дает. музыка, ребята. Я уже просто хочу убежать от этой игры куда-нибудь. Что же за полтинник? Вот хочешь умереть, да? А надо перепрыгнуть. А когда прыгаешь, а жизнь. Вот видите. Тут даже Диди нету. На Денди хотя бы Диди сделали, то есть выбор какой-то был между Данки или Диди играть. Здесь же... Видимо... Sega очень сильно ненавидит, наверное, компанию Nintendo. Вот так вот. Опять я жизнь взял. Блять. Не дадут вообще умереть-то, нет? А в конце уровня должен быть босс. Даже экран не скроллится, не ве... Ага. А, вот. Вот чисто бежишь прямо. А почему змея не упала? Я сейчас умру, наверное, все-таки. А как мне с жирным-то справиться? Ему бы скорости побольше было. Почему каждое это открывается, я не могу понять. Пошел он жирный. И ты жирный, пошел вон отсюда. Я не могу понять систему открывающихся вот этих. Вот я перепрыгиваю ее, а вот он прям в нее. Вот сейчас опять. Так, жирный. Черт, жирного пощадили. Но не буду я жизнь брать. Мне безумная музыка.
Ну почему не допрыгает-то? Все, геймова. Да, мне кажется, 0 жизни, короче, она бесконечная будет. 0-0-0. Ты будешь постоянно убирать, она будет там 0-0-0. Continue. Короче, 4 жизни, да. А, так это опять все заново. Ладно, в общем, я это. Останавливать тогда стрим, там не знаю, будет еще кто-нибудь, не будет. Поэтому всем, кто был, всем, кто смотрел, спасибо и пока.